Russian pronouns in prepositional case. Я, мне. Ты тоже думаешь обо мне? Я, мне. Ты, тебе. Почему ты не приходишь на урок? Наша учительница часто спрашивает о тебе. Ты известный врач. Я слышала о тебе. Ты, тебе. Он, нём. Это ее муж. Она часто рассказывает о нем. Это поезд. Завтра ты едешь на нем в Москву. Это его родной город. В нем живут его родители. Он, нём. Она, ней. Наша родина – Россия. Мы всегда думаем о ней. Это моя машина. На ней я еду на работу. Это наша улица. На ней мы живем. Она, ней. Оно, нем. Это мое новое платье. Я иду в нем в театр. Это озеро. В нем плавают рыбы. Оно, нём. Мы, нас. Мы спортсмены, а нас часто пишут в газетах. Мы, нас. Вы, вас. Вы наш новый коллега. Мы уже слышали о вас. Вы, вас. Они, них. Это мои родители. Я часто говорю о них. Это столы. На них стоят красивые вазы. Это наши велосипеды. Мы катаемся на них в парке. Это мои туфли. Я иду в них на вечеринку. Они, них.